Братва, прямо сейчас в моей группе ВКонтакте проходит розыгрыш промокодов. 5 человек получат по одному промокоду на контейнер. Условия, как обычно, изёвые. Подписаться на мой канал, вступить в мою группу и сделать репост конкурса себе на стену. Ссылка на группу будет в описании под видео. Вот прям самое-самое первое. Переходите, участвуйте и побеждайте. Здоров, братва! С вами Миха, это Танки Онлайн. В эфире рубрика «Антикиллер», суть которой заключается в том, чтобы на этом вот аккаунте достичь звания легенды и при этом за все время игры вообще не сделать ни одного килла. А пока все ништяк, я с этим справляюсь, в конце видоса будет скрин из моего профиля. И еще кроме того, в описании под видео есть ник вот этого аккаунта. Вы можете его скопировать и сами убедиться в том, что на этом аккаунте киллов нету. Итак, сегодняшний видос я начну... Ну, скажем так, кое с чего интересного. Дело в том, что я тут получил контейнер за уровень челленджа, за пятый уровень челленджа. И мне дали один контейнер вот за это еженедельное задание. Я оба их оставил. Так, где они? Прям специально для видоса не стал открывать. Думаю, мало ли, что-то годное выпадет. Прикиньте, миллион выпадет. А вы мне потом скажете, что это типа Миха, ты задонатил, все за шквар. А поэтому открывать контейнер буду я на видос. Ну, конечно же, надеюсь на что-то годное. Погнали, по одному, вперед. 125. Блин, двойной урон. Лучше бы, конечно, вместо урона какая-нибудь нитра, потому что мне тут нитра нужнее, как бы. Ну, хотя, да, урон тоже пригодится, фиг с ним. Еще один открываем, вперед. И 50 батареек. Но это вообще не при шее козе рукав, как говорится. Не буду говорить, как там на самом деле говорится, но, тем не менее, вообще фигня какая-то. Батарейки, блин, двойной урон, нафиг они мне все упали. А лучше бы уж... Да хотя нет, краска тоже фигня. Лучше бы, конечно, кристаллики. Хотя бы 1025. Лучше, конечно, миллион. А, в общем, ладно, сегодня у нас по ежедневным заданкам тоже все нормально. Я попробую выполнить за одну битву все три, хотя вот этот нам мешает. Давайте его сменим. О! Вот это теперь вообще четко. Попробую сейчас за одну катку, получается, в режиме штурм выполнить все три задания. Все, погнали, посмотрим, что будет. Итак, я в битве, офигенная карта, и я за красных. Это самое главное. Кстати, ребята, я же не сказал. Я сегодня еще и звоночку получу. Вы посмотрите, сколько мне до звонки-то осталось. Так что видос, я бы сказал, сегодня будет, ну, просто мега информативный. Так, я надеюсь, сейчас первый флаг я смогу доставить. Никого нету. О, ой, блин, я врезался что-то. Я, наверное, даже прыгать не буду. Ах, ё-моё! Да как так-то, блин, а? Не, надо было все-таки прыгать. Вот я рак. Ну окей, ничего страшного. Тут вроде флаг. Я недалеко респанулся. Вперед. Так. Блин, это ж надо в минус меня кинуть. Как вы посмели-то? А хотя, на самом деле, если бы я в минус сейчас не упал, я бы ведь это... А как вам сказать-то? Флаг бы достал, наверное, по-любому. Так, валим, валим. Никто меня не видит. Так. На всякий случай броньку, потому что там какой-то опаснейший гром. Чувак, спокойно. Одного объехал, второго объехал, и вуаля! Не понял. А я думал, я сейчас звонку получу. Видимо, еще не все. Так, чувак что-то лежит, отдыхает. Я тогда сейчас пойду за его флажком параллельно. Вот этого подлечим. Так. Хорош. Флажочек здесь. Блин, мне бы не труху, а у меня КД. Ё-моё, какой там Вася едет жирный. Да блин, кто фигачит-то еще? Вулкан этот, будь он не ладен. Так, аптечку кушаем. Хорош. Мне кажется, надо их объезжать. Иначе они мне... А че он ничего не делает, вот этот Вася? Блин, мина, ё-моё. Что за фигня такая? Короче, все, сейчас буду играть по жести, просто тупо нара. И буду прыгать сверху, потому что, ну, эти шакалы вообще в край обнаглели, еще и мины там ставят. Ладно, там они в минус меня кидают, но, блин, мины, это уже вообще капец. Так, гром нифига меня не видит, а нет, в последний момент увидел, но не попал. Так, он сейчас, скорее всего, занарит ДДшку, будет меня гасить. Но ничего, мы тоже не пальцем деланы, как говорится. Мы делаем вот так вот. Хопа! Хорош! Я даже в минус не упал, и мину объехал, вот это, вот, блин, тут еще мина! Да ни хрена себе, все заминировали. Не, ну ты посмотри на этих собак. Мне кажется, знаете, они сейчас прошарят мою фишку. Ну вот именно там, где я катаюсь. И они будут мины ставить именно вот на том проезде. Так, давай-ка. Ну ничего, у меня есть еще один план в запасе. Поэтому я сейчас буду их немножко обманывать. Один флаг буду привозить вот с того подъемчика. А другой флаг буду вот тут вот в объезд привозить. Чтобы их, скажем так, ну, немножко путать. А было бы вообще круто, если бы моя команда их как-нибудь там старался выносить.
Я надеюсь, тут минта нету. Вообще супер. Блин. Опа-на! Вот она, штаб-сержант. 700... Тихо, спокойно, чувак. Да как так-то, блин? Он меня сейчас... А нет. Смотрите, ДДшный рельс меня не ваншотит. 740 кристаллов мне дали, не бог весь какая сумма. Оно, тем не менее, все равно приятно. Так, погнали за флагом. Тихо-тихо, никто не трогает его. Вперед, батьки, не лезьте, хорош. Так. Я, наверное, сейчас опять вот с этого подъемчика, потому что фиг знает, что у них там, блин, по минам. А может быть и не заминировано, но, блин, может быть и заминировано. Так, тут какой-то этот дурачок, я смотрю, да? Опа! Блин, как-то я неудачно, ё-моё! Вообще не рассчитал, ну бляха-муха. Все, пацаны, мой косяк, вопросов нету. А, так, мне надо не забыть про задание. Ну, в принципе, тут задание должно выполниться на автомате. Так, тихо-тихо-тихо, опять никого нету. Сейчас я проеду через броню двойную. Хопа, замечательно. И валим опять через мою... Ой, блин, тропинку, да блин! Ё-моё, думал, сейчас упаду, вообще капец. Прям испугался, прям аж сердце заколотилось. Так, у них на всякий случай отжимаем и броню, и аптеку, нафиг она им нужна. Мои-то все равно не додумаются за ней приехать. Опа, чувак. О, видали, две мины объехал просто на скеле. Вот это да, вот это шок-контент, как говорится. Так, попробую сейчас вот здесь проехать. Хоп, аккуратненько так. Блин, что там по флажкам-то? Вон флажок есть, окей, вижу. Главное, чтобы сейчас никто раньше меня не успел его хапнуть. Там вроде никого нету. Отлично, отлично. А, так, пойду я, ребята, все-таки съезжу за броней, потому что у меня своя-то села. Хотя нет, у меня не села, мне просто нужна эта ускорялочка. Ускорялочки тоже нифига нигде нету. Так, 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 так. Едем, едем, едем. 35 на 23 пока счет. Это мало. Я думаю, у нас отрыв-то должен быть побольше. Блин, неохота на самом деле прыгать, потому что если я прыгну, я опять упаду там в минус. А здесь, ёкалэмэнэ, могут быть эти собачьи мины. Так, так, тихо, 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 уже кто-то меня фиг... Так, вот мина, объехал одну, вторую. Пошел отсюда! Да дайте мне... козлы вонючие. Не, все-таки надо прыгать. Все-таки надо прыгать 35 на 26. Окей, сейчас будем прыгать. Сейчас вот этот диктатор, наверное, заберет, мне кажется, флаг, да? Паразит. Блин, вообще ни одного флажка нет. Давай, сейчас какой-то должен вернуться. Опа, хорош. Все, окей, я тогда буду прыгать, нефиг их жалеть. Я все-таки хотел как-то, блин, по-культурному. Но раз нет, так нет. Окей. Так, чувачок, давай-ка я вперед тебя. Ты потому что не очень быстрый, не очень скилловой. Ну как вот именно мне, блин, сюда надо было проехать? Кошмар, какой кошмар, а? Нафиг я тогда утнарю двойную броню, если я сейчас все равно буду в минусе. Вот так вот это делается. Опа, хорош, хорош. Да, двойную броню тогда, наверное, нарить не надо было. Давайте, убивайте меня уже скорее. 40 на 29 и минуту играть. Надеюсь я, что мы победим. И я выполню все три... Кстати, если я выполню все три заданки, мне кажется, что... Так, он взял, да, он взял. Мне кажется, что я там еженедельное задание выполню. Сейчас мы посмотрим. Потому что у меня там вроде было 17, а, соответственно, 17 плюс 3 это 20. А так, чувак прыгает непонятно куда. Он меня нифига не видит. Да даже если бы он меня увидел, я, блин, тут так шустро и маневренно гоняю, что хрен меня вообще кто догонит. Так, аккуратненько вот так, хопа! Хорош, добивай, добивай, добивай. Добивай скорее, что ты как рак-то. Ну все, ребят, 15 секунд, это победа. А, сейчас посмотрим, кстати, на какой... О, блин, а может я успею еще один флаг? Ну-ка, давай, давай, давай. Да хотя не, ну какой там, 7 секунд, тут фиг че успеешь. Зря только двойное ускорение потратил, вот реально. Даже если поехать самым кратчайшим путем, нет, одна секунда. А, ну, второе место, тоже неплохо, с учетом того, что я не убивал противников. А, так, я еще получил награду за 6 уровень, что ли? А че у нас там? Да, ребят, смотрите, все три заданки, оу-е. Так, а что у нас там по шестому? А, ну мины позорные, да нафиг они мне в принципе нужны. Окей, смотрите, вот еженедельность, 20 из 20, это круто. Давайте сначала вот эти вот все заберем, раз, два, три. Ёлочка, гори. А, ну и, соответственно, мне теперь доступен еще один контейнер. Че, погнали в гараж сейчас и его тоже откроем. Таким образом, сегодня аж три контейнера. Ну давай, хотя бы с третьего точно должно мне что-то годное выпасть. Ну давай, повези, пожалуйста,
понятно все. Хотя бы, ну, окей, не травма мне тут нужна. В общем, ребят, вот такой вот был видос. Опять я забыл о розыгрыше промокода. В общем, в этом видео для розыгрыша промокода в комментариях вместе со своим ником напишите кодовую цифру 75. Именно столько у меня звезд. На этом все, буду потихоньку прощаться. С вами был Миха. Огромное, ребят, вам спасибо, что смотрите меня. Не болейте и до новых встреч. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything.